надо вот. Не первого или второго? А? Второго. Все время путаю. Первого или третьего. А не с Любой. Вместе с Горбачевым. А? Вместе с Горбачевым. Да. Провода. Только подальше, подальше. Не затыкайте здесь. Подальше, прямо к Татьяне Кузьминичне проходите. Давайте там подальше проходите. Проходите, проходите. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселися в мы, и очисти мы от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови это наше собрание. Даруй, Господи, чтобы мы всегда думали не о себе, а о других. Помоги, многомилостивый Господи, чтобы истинное торжество православия воссияло в сердцах и в познании тех, кто сейчас празднует этот праздник торжества православия. Даруй, Господи, нам это торжество сохранить в сердце своем. Этот день, когда мы приняли таинство Твое крещение, когда Ты не спасал Духа Твоего Святаго на нас. Помоги, Господи, вспомнить первую любовь и быть так же близкими к Тебе, как в эти первые дни торжества этого православия в наших душах. Помоги, Господи, выйти нам на благовестие к другим людям, которые не знают Тебя. Оттого и такие страшные события происходят в последние дни и всегда были на земле. Но сейчас особенно. И они грозят очень многими бедами для наших душ, если мы не будем бодрствовать, трезвиться, как все нам об этом говорят пророки и праведники, и все, кто составляли проповеди, нравоучения для нас. Помоги, многомилостивый Господи, всегда быть с Тобою. И тогда мы будем торжествовать на небе, если Ты позволишь нам. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Сейчас смотрел, как братья и сестры подходят ко Христу. Идут, ну думаем, много нас. Нескончаемо, да? А сейчас возникла мысль, мы-то ртуть, знаете, вот ртуть, она вот, тенденция такая, вот к рассыпанию на мелкие такие, вот бросишь ее на землю или на какой-то поверхность, она рассыпается на такие вот, миленькие такие фрагменты. И уже укатились многие, уже вон в пустых мест сколько. Некоторые вернулись в коридоре молодые. Вон там все. Сегодня проповедь выслушали. Не, ну они выбежали и вернулись. Может, не радовался я. Вот ты тут же радовался. Прямо огорчение сразу. Может, зря огорчаюсь? Как думаете? Нет. Не зря. Не зря. Молодец. Вот стою первые минуты сегодняшней службы. 7 минут. И думаю. Ох, как мы повспоминаем эти 7 минут. Когда будут лететь над нами самолеты, бросать бомбы. Будут стрелять залпами, как на Украине сейчас. Они даже не слышат тишины, будучи в подвалах. Ох, повспоминаем эти 7 минут. Можно подвести итоги прошедшей недели.
седмица, первая седмица Великого Поста прошла. Благодарение Богу, что мы услышали пламенную речь нашего наставника. И на первый день чтения Великого Канона пришли много братьев и сестер. А на следующий день уже меньше. Но вообще, надо сказать, что все четыре дня достаточно, ну, большее количество, чем обычно, приходили на чтение Великого Канона. И это радостно. Да. Мы должны сейчас, как никогда, сплотиться вокруг Слова Божия, чувствовать друг друга, радоваться общению с друг другом. Как недолго это будет? Вот только с позиции Священного Писания, с позиции православия, истинного православия, всегда понятны слова апостола Павла, который говорит: нам небезызвестны умыслы сатаны. Только с позиции православия, с позиции Священного Писания становятся все понятны все перипетии политические, экономические, какие угодно. И те события, которые происходят в мире. И то событие, которое сейчас произошло в Москве, почти у стен Кремля, убийство видного политического деятеля Бориса Немцова, а который, оказывается, имел связи там и с Лешко, и с его родственниками, там, как сегодня говорят. Всем Путин даже назвал, что это заказное убийство. А с вот таких маленьких событий начинаются великие дела, великие события. Призывают уже политические деятели разных толков, и коммунисты, и другие, и Жириновский, и Зюганов, и другие призывают к единству всех нас, чтобы мы не поддавались на эти провокации, чтобы мы были едины. Но нам-то, прежде всего, единение нужно вот вокруг Христа. Брат наш Игнатий нам хотел сказать слово по поводу этого события, по поводу Немцова, Игнатий Игнатьевич. Много сказано в интернете, и ко мне сразу обратились, ну, просто постоянно забрасывают материалы, чтобы я выступил именно вот на это событие, им переполнен мир. Подсчитывает, кто это и что. И тут же доставляется выступление Владимира Владимировича Путина 2 года назад. Он говорил, чтобы изменить ситуацию, обязательно будет сакральное приношение в жертву. Изберут кого-то и убьют. И начнут на них вешать. Это уже все было видно. Это Совдеп, ЦРУ там показывают, другие, еще что-то. Но факт, что без 20:12 напротив Кремля на Васильевском спуске прохаживается, ему 55 лет. А эта фотомодель рядом с ним была 23 года с Украины. Без 20:12 ночью. Это 600 метров от Василия Блаженного. Что он там делал? Зачем? Все говорят, если он знал, что это будет, сам говорил, что меня обязательно Путин замочит. Перед этим он только говорил. И последнее, какое выступление было. Я рассматриваю по-другому. Лично я, как могу в этом участвовать? В первую очередь, я постарался узнать все из его биографии. Он еврей от евреев, чистопородный еврей. Ну, по отец еврей, мать еврейка. Отец занимал там большую крупную должность. Она мать там педиатром была, хотя врачом. Но по материной линии бабушка была верующая. Именно она Немцова. А основные там Нейма, все там они, имена такие, фамилии такие. И она тайно крестила, говорит, меня. И мать его была очень этим недовольна. Это пишут в разных местах, в воспоминаниях. Это он сам говорил, с его слов. Я к этому отношусь просто. Человек жил, и жизнь его закончилась. Но мы, верующие православные христиане, понимаем, что жизнь не заканчивается после того, как сердце останавливается. И я встал на молитву. Он еврей, но он крещеный. Я помолился за него. Господи, человек шел совершенно не твоим путем. Если можешь, то облегчи его состояние. Прости, что я молюсь. Но он
показано как православный. Это вот первое, что я сделал, как об аварии был. Я всю ночь названивал, пока не узнал, что действительно он крещеный и принимает ребенка. Фотографию показали, и главный редактор «Тайская правда» Шевчук Ольга Николаевна мне это подтвердила. Это мое участие. Второе. У кого есть бумага какая, вы записывайте, что я скажу. Я маленькие исследования провел, подготовил материал. Я не даю согласия пока на выступление, но сказал, кто задает именно с вами по скайпу. Тогда я согласен. Вы боитесь, вы патриоты, но вы говорите самые хорошие слова, не бойтесь. Я буду говорить независимо от вас. И кто будет расследовать, он поймет, что вы патриоты страны, а я не патриот. И все отступили назад. Даже боятся. И правильно делают. Вот были люди, которые не боялись. Открыто выступали. Кто знает генерала Кутепова? Кутепова? Миллера. Власова. Выкрали всех, поймали, привезли и на Лубянке повесили. То есть с этими людьми, напротив которых встают, играть не приходится. Вот. Немножко хотя бы. Литвинова, знаете, Александра, кто? Сотрудник ФСБ, какой он в Афганистане был. И он написал книгу Финкенштейном «ФСБ взрывает Россию». Главная фигура там Путин, Владимир Владимирович. От него все зависит. Он ФСБшник и КГБшник, там все у него есть. И они объявили как бы войну. Он уже в Англии был. Достали, и он сколько расследовали, цезием чем-то отравили. Его нету. И последнее выступление, когда он с отцом сидит, я все абсолютно давно знаю и смотрел. Даже упоминаю о нем в книгах. Его нету. Должно было других насторожить. Нет, рядом появляется Березовский, Борис Абрамович. Любыми путями Путина посадить на скамью подсудимых. Таинственная смерть. Но надо маленько задуматься-то. Я перечисляю просто хотя бы немножко где-то. Вот Илюхин. Большой пост занимает. Это КПРФ. Готовит процесс над Путиным. Совершенно здоровый мужчина. Внезапно умирает. И Зюганов выступается. Ни дня не болел, внезапно умирает. Что это? Но Зюганов молчит. И он рядом сидит. Я перечисляю только те, которые уже на том свете находятся. Генерал Петров Константин. Последнее время у него выступление. Кто такой Путин? Его надо судить. Внезапно умирает. Ничем нельзя объяснить. Следующий, Левашов Николай, академик, там с Рокфеллерами фотографируется. Кто такой Путин? Он начинает. Внезапно умирает. Ответ один. Какая-то космическая энергия поразила его. Главный колдун страны почти. Я перечислял людей, которые прямо, открыто выступали против Путина, и внезапно все закончили жизнь свою. Ну, Политковский уже, знаете же. И вот Немцов. Фигура эта, конечно, избрана была. Вот как говорят об евреях, там писал это, пущеглазая горбоносая сволочь об евреях. Я доказал, пущеглазая это не вина, дальше видит, как Сократ говорил, а горбоносая свой народ Бог выделяет. Но о Немцова это не скажешь. Вы видели, когда он в молодом возрасте, когда он студент, какой он кучерявый, как он выглядит, он совершенно не похож. Это красивый сын Давида. Молодой первый губернатор Нижегородской области, как он выступает, кем его ставит. Мы его очень хорошо знаем, потому что по его указанию закрыли наш разъезд под Степновске. Это его заслуга. Но нам Бог открыл его, и поэтому к его претензий никаких нет. И вот последнее его выступление, он говорит совершенно неподобное. Путин должен сидеть и будет опетушен, то есть его там должны насиловать. Это даже блатные, не каждый это говорит-то. Это приговор. И приговор исполнен был через несколько дней. За 2 часа до смерти или за 4 часа. Он дает интервью. Я много времени потратил на это. Даже я не могу поверить, что это он говорил. Как будто совершенно другой человек, лишенный здравомыслия. Его нету. И когда? На 1 марта на сегодня намечено начинать Майдан в России. Одна из ведущих фигур. Я пока ничего не говорю. Просто в конце скажу, что это означает. О Магнитском слышали? Нет. Адвокат. Говорят, что вот Алексей Навальный вполне мог быть на его месте с ним. Но его спрятали в тюрьме он сейчас. Но Магнитского тюрьма не спасла. Как они его пытали, как били, там насиловали, не где-то что. Госдеп Америки восстает, накладывает санкции за какого-то адвоката. Не просто адвокат, коснулся верхушки и до Путина. Его нету, и тюрьма не спасла. Ну,
пониже, которые с Саном в последнее время были, погибли, я тут еще сколько переписывал, и все нити идут туда как бы. Но если это прямо открыто говорится, ничего я нового не добавил. Но Писание говорит, не злословь царя, чтобы и птица тайно не перенесла твой голос. Но он вот такой знатный был, но на его месте не хотел бы быть. Лучше быть живому псу, чем мертвому льву. С мертвым я меняться уже не хочу. Да, это я мог бы думать, у него миллионы, там миллиарды, показывают, с кем он был, какие открыты у него Немцова. Сегодня не об этом речь идет. Речь только о нас. Нам дано прямое повеление, молитесь за царей и начальствующих. Я могу говорить об этом, я сам стоял на краю этого. Я коснулся темы, которые боялись говорить. Это протоколы сионских мудрецов. Это о том, как Советский Союз рухнет. Я это говорил где-то за 15 лет до крушения страны. И мне приехавший полковник КГБ говорит, я зашел в кабинет, и там слушают ваши труды. Я сразу закрыл дверь, чтобы не быть ответственным, что я слышал. Потому что там сказано, кто знает содержание этого, тот тоже попадает под этот меч. И когда я вернулся, приехал ко мне домой, сразу же приехали представители КГБ. А как он вернулся живой? То есть я совершенно ни под каким видом не должен был вернуться. А вы помните Иуда Бен-Гур? Когда он вернулся, а как, он же на галерах. А всемилостивый кесарь, показали на кесаре так. Меня Бог хранил. И я там не молчал, и там говорил. Говорил правителям. У меня в одном стихотворении написано «Падет КПСС», а в конце рифмуется «Христос воскрес, воистину воскрес». Меня вызывает рор в тюрьме, из камеры меня ведут арестованного. «Это вы написали, я? Да мы вас знаем, да мы вас...» Я говорю, «Священное Писание, Библия говорит так». Он внезапно, как будто другой человек остановился. «Это что, в Библии говорится?» Я говорю, «Да». Он посел, «Ну, наверное, так и будет». Это настолько резкая перемена. Они, эти люди, не были защищены. Почему на горе Атартен, где группа дьяков погибла, погибли люди? А почему, говорит, не погибают шаманы другие? Они жертву приносят им. А почему раньше, которые были, не погибали? Защищены крестом животворящим. У них защиты не было. Значит, просьба у меня прислушаться, что я говорю. И за свои слова, как говорится, за свое помело нам придется отвечать. Где мы лишнее говорим? Я молюсь за Петра Порошенко, за Обаму, каждый день. И ночью молюсь и поминаю их. От нечаянной смерти, чтобы они не погибли, чтобы умудрялись. И написано, с начальствующих будет строгое взыскание. Так говорит книга «Премудрости Соломона». С меня спросятся за пищи, дымят они или нет. И как я сторожил, с них спросятся намного больше. И что за этим вас последствует? Всех интересует, что будет дальше? Сейчас нашли на севере девочка, родилась слепая, в 2 года уже говорит то, что говорила Ванга. И прямо называют ее преемница, дух переселился в нее. Слепая. Прям печатают, все официально, у меня газета есть, я ее в печку бросил. Мы знаем, что дух Илии прибыл на Елисея. Как он просил, так и было. Мы должны просить о том, чтобы Дух Божий не покинул нас, чтобы мудро вели себя, не приставали никакой партии. Это не наше дело. А на какой стороне победа будет? А какая часть России, какому государству достанется? Сейчас говорят, что американцы хватились, русские там много резали, на Алтае были тут ракеты дальнего, земля-земля, сатана назывались. Сегодня Америка подвела подсчеты, оказалось, у России атомных головок ровно в 10 раз больше, чем в Америке. Они теперь только щитом прикрываются. Тройная защита, не дать взлететь. А мы рядом здесь, где они у нас находятся. Алтай в первую очередь попадет, как и Москва, стерт будет. Почему? Потому что ударят там, где находятся вот север, вот какая Сибирь, где они там, все это под землей находится. Надо молиться. И не страшитесь и не ужасайтесь. Живите интересно, красиво. И радуйтесь всегда в Господе. Это нам еще один раз пример. Несмотря на то, кто ты есть, пощады тебе не будет. А они делают, как должно. Откуда ты известно? Я назову тебе места Писания. Третья книга Ездра, 11 глава. Постарайтесь прочитать дома. Называется «Перья на крыльях», а из-под перьев еще под перья выходят. На малое время исчезают. Вот перышко возникло под именем Боря. Тем более, кто не знает, имя Борис над Россией как бы давлеющее,
в левую сторону. Борис и Глеб погибают. Ну, выступали, где Борис Борисовский, где, какой Ельцин был и как. И вот он, Борис Немцов, еще одно подтверждение. Я называю 4 Бориса, которые на слуху, и ни одного нет нормально, чтобы закончили. А что это, разве может быть? Может быть. Израиль это знал. Поэтому погибший Саул не оставил желания называть именем Саула. И почему Саул, это считается Шаул, это то же самое имя был так, потому что Бог знал, что из него будет Павел. Объяснение только одно. Ну, обычно как, Гагарин слетал, Юра, Юра, везде в каждой семье Юра появился. Саул исчезла на 1000 лет. На 1000 лет до Христа. Нам нужно называть, конечно, по именам святых и по календарю. Я все к примеру говорю. Это первое. Я не призываю ни к чему, если на сердце будет положено, хотя бы раз его помяните в молитвах. Он был крещен, звать Борис. И в конце сказать: Господи, если я виновен в этой молитве, так святые учат, скажи, прости меня, Господи, я просто выказываю жалость, может быть, ему нет помощи после смерти ни от кого. А мы должны отнестись к нему, что были у человека какие добрые дела, там венки кладут, цветы, и Господь воздает уже здесь последнее, чтобы там ничего не имел. Мы не знаем ничего, это сокрытая сторона. Второе, Писание говорит, не будьте должны никому ничем, кроме взаимной любви. Так как я оказался должником, я перечисляю все и прошу, чтобы оказали мне помощь. Потому что я лишаюсь кое-каких людей, их нету. Всегда помнить, в молитве был такой отец Нафанаил Судников. Он ушел, потерпел жуткую катастрофу, женился, монах, размонашился. Иеромонах. Он принимал монашество Московской патриархии. Я могу только молиться о том, чтобы он спасся. Монаха никто не венчает, значит, живет в блуде. И он может только развестись, и другого выхода у него нету. Я уж не говорю эти слова, просто, Господи, не дай погибнуть. Он так многое сделал, вот этот вид Нового Завета, какой он есть. Вот как правильно верстку вести, это все его работа. Я ему благодарен, посмертный час буду. До 8-го тома открытым оком он верстал, дальше я уже сам это делал. Он у меня жил на квартире. Я лежу на кровати внизу, а он надо мной на кровати на наших конках, на палатях, на 2-м этаже. Его нет. Дальше. Те годы мы, когда община только начиналась, на празднике Рождества я ходил знакомым, и мне давали. И для лагеря давали. А воздать я им ничем не мог. Они просто давали. Которая сейчас у меня осталось 2 благодетеля, я перед ними не должник. Мне нужно найти их людей. Это хорошо помогала Кубайкина Галина Ивановна. Она как-то могла находить. Сейчас ее нету. Я опять же чувствую недостаток. Была бы рядом, сейчас попросила, она бы за неделю нашла. Кого мне нужно найти? Послушайте. Я очень обязан ушедшему из жизни трагически Баварину Владимиру Николаевичу. У меня этих книг еще не было. Подарить родственникам его. Новый Завет и к истинному православию, может быть, даже для Слова Божьего нет уз. У него сын Юрий здесь живет. И жена. Найти. Ну, в первую очередь, я обращаюсь к тем, таким, как брат Севастьян, вот Константин, кто связан с компьютером, Виктор. Я сейчас-то не вижу, где он, чтобы помогли найти. Алексей Загуляев. Второе. У него был помощник там на фотографии на сообщение Владимир Петрович. У него инсульт. Он сильно помог. Он свел меня первый раз с Бавариным. Найти. Мне нужно отблагодарить. Я подсчитал в общей сложности, кого мне нужно найти, найдут. Это обойдется не дороже 50 тысяч всего лишь только. Но я-то деньгами не могу, это я только книгами дать. Это внукам есть что показать и дать. Значит, кто? Хромов. Анатолий Петрович, директор РТИ, резинотехнических изделий. Лодки. 4 лодки. Шланги. Это от него. Он столько нам помогал, настоящий патриот. Найти его, он, видимо, на пенсии. Ну, кто мог бы помочь мне? Братья. Ну, если забыли, я вам потом напомню еще. Дальше. Здесь Ярошко какой-то был предприниматель. Он помогал на Рождество. Абрамов его фамилия. Я его поискал, не мог найти. Он помогал продуктами, я приносил. Сестры делили между детьми. Сейчас мы не нуждаемся, мы просто богатые. Я хочу найти всех и отблагодарить. Дальше.
В краевой администрации работал Аксенов Павел Петрович. Мы знакомы были лет 35. Он сводил меня с нужными людьми, которые помогали. Он на пенсии. Найти его. Он где-то недалеко от, почти ли не напротив сельхозуниверситета. Где-то тут же жил. Вот. Был тогда через него найден Лопатенко Иван Иванович. Тот сильно помог мукой, матрасом и одеяло, которое есть. Он будто бы в Москву переведен. Вот найти надо его. Дальше. На станкостроительном заводе был директор. Фамилию я его, надо в книгах посмотреть. Там слово Григорий, Вячеслав Григорьевич или что-то с фамилией. Директор был, а потом проректор юридической академии на Ленинском здесь. Его найти надо. Он, его гвозди, которые он давал, все еще у нас хранятся. Все для лагеря помогали. И в администрации железнодорожного райисполкома района работала Голобокова Светлана Ивановна. Она выводила на нужных людей, где мне масло давали. Мне эти люди нужны только для одного, чтобы отблагодарить тем, чем мы богаты. То есть книгами, которые того стоят, чтобы дети и внуки помнили своих добрых бабушек, которые помогали детскому лагерю. Вот у меня две просьбы. Нигде не всовывайтесь в политические дела. И второе, никому не быть ничем должен. Отошел. Я хочу сказать по теме правительства. И если можно, Игнат Тихонович, прокомментируйте. Мне звонок... Игнат Тихонович, слушайте. Слушайте. Я прошу вас прокомментировать сейчас. Мне поступил звонок на домашний телефон. Номер не определился. Женский голос сказал, что звонит из Москвы, проводит опрос на тему, как мы относимся к правительству нашей страны. Как что? Как относимся к правительству нашей страны. Но я торопилась и не стала отвечать, сказала, что мне некогда. Ну как бы, может, кому-то тоже поступали такие звонки? Опрос у населения. Я уже фактически ответил. Из Москвы. Молиться и больше ничего. Чтобы Бог умудрил, издавали хорошие законы. Чтобы были мудрые у них советники. Я всегда говорил, у Путина должны быть очень сильные советники. Вот какие поступки он делает, видно, что одному человеку нельзя это обдумать. Я все годы подтверждаю, что у него чувствуется сильная команда. Но так ли он делает? Это человек, как Зоя Крахмальникова говорила, с искореженной совестью. Он работал в органах КГБ. Работал там в Германии, где был. В этих органах человек не может быть чистой совестью. Там все время надо кого-то обманывать и прочее. Но сейчас он на другой должности, но все равно у него опыт остается тот же самый-то. И ну просто должны молиться, чтобы совесть у него была чистая и правильно руководил столь большим народом. Это не просто так. Страна разлагается, разваливается. И что в это время делать можно? Только молиться. Помощи от нас никакой нету. Он ничем не нуждается. И знать не будет, что мы молимся. Но я перед Богом это делаю. И вопрос нет. К правительству относимся как к ставленникам масонов. Все они во всем мире. И никого больше не потерпят. И мы знаем за этим, что последует. Всемирный Армагеддон. Еврейский Машиах сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. 3,5 года и кончина мира. Это уже занаряжено, разнаряжено. И все идет к этому. Никуда оно не может свернуть-то. А события это по мелочевке, это перышки под перья только. Можно? Добро. Я что хотел сказать. Есть хорошее выражение. Признак чистой совести – это плохая память. Среди верующих, я думаю, мы тоже прекрасно сознаем перед Богом свою греховность. Поэтому самое главное, что хотел сказать. Вот по отношению к правительству, раз такой звонок был. То есть быть готовым к этому и спокойно отвечать. Сейчас события происходят на Украине. Хотим мы этого или нет? Я лично мое мнение, желаю, чтобы этот мир, который в нашей стране, продлился как можно дольше. Самое главное, чтобы не было войны. Поэтому пока президент еще живой, все стабильно, все на местах. Поэтому Игнат Тихонович молится, надо присоединиться к молитве о наших правительствах, о здравии его и сохранении того мира, который есть. Слава Богу. Правильно. Какие бы, так сказать, ярлыки на него не вешали, каких бы грехах его не обвиняли, нашего правителя сегодняшнего, но посудите сами. Каждый день в разных ситуациях, в разных местах, то в России,
то за рубежом. То в Венгрии. Он во всех ситуациях проявляет, вот в речи видно, что он компетентен во всех этих вопросах. Это не случайно, это умный человек, компетентный во всех вопросах, обладает огромным опытом. Ну и он, всякая власть от Бога. Нам-то просто молиться о нем нужно, и каждый день молиться о том, что Господь умудрил его соратников, умудрил, чтобы принимали мудрые законы, чтобы способствовали как можно большему продлению мира на нашей земле. Только и всего. И тут же мы должны сказать, что да не подчится наша худая и бедствующая рука удерживает твою карающую десницу, Господи. Потому что мы знаем, что то, что происходит на Украине, это не случайно. Потому что там ситуация еще более остро назрела, чем у нас в России. Потому что все секты там сосредоточены. Униаты там. Все это вот. И сегодняшний вот праздник, так называемый праздник торжества православия, он вот неоднозначный, далеко неоднозначный праздник. Это, по-моему, попытка выдать желаемое за действительное, прежде всего. Торжество православия будет в день судный, день праведный. Вот тогда будет торжество православия. Торжество православия было вот на кресте. А сейчас православие, увы, себя показывает далеко не с лучшей стороны. Когда наши православные пастыри благословляют сатану, ракету. Какое торжество? Да, брат? Да, маленько это опуститься на землю хотелось бы, а то страшилок много наговорили. Можно сказать, что сразу же идти в Тульскую область, залазить в погреб и там ждать. Я не хочу. То есть благодарю всех, кто принял участие в моей жизни, молился за меня. Тут случилось, как бы, ну, приболел трошки. Потому что молились. И как бы уже подумывал о встрече. То есть вот, и я осознал, что настолько это все эфемерно. Эфемерно, вот наша жизнь, мы вот тут сидим, вот пузыримся, что-то там пенимся, как орбит кальция в воде. Вы понимаете, без спички он не горит. Да, вы понимаете, он только пузырится, запах противный, сероводород и прочее, но он не горит, огня нету. Вот так и мы, если без огня, это бесполезно. И я вот тогда, ну, было время подумать, дома-то один, это никто не мельтешит перед глазами, жены нету, слава Богу, там она, в дальних краях, а я один дома, и вот думал, ну, это мало, чем все это может закончиться, вы понимаете? Ну, для меня конкретно ничем. Для меня конкретно Путин это самый лучший человек. Мне пенсию платят, работа есть, с работы еду, магазины работают, до полночи, до самой там. Мне не важно, есть там водка или нет, не важно хлеб. Я еду с работы один, 10 часов, зашел, хлебушка купил, сытый пришел домой, газ есть. Когда бы это в Сибири газ был? У нас его нету. Газу-то 50 лет не было. В Европе уже с 50-х годов газ дома, раз и поджег, природный. А у нас-то не было, у нас его нету, вы понимаете? В общем, и поэтому все это пузырение, там, Немцов, Сидоров, Петров и прочее, то, что написано в интернете, это все равно, что написано на заборе. Там всего много. Для меня лично, я молюсь за правителей каждый день, утром, Владимира, Дмитрия, Александра местного правящего и других, для меня они все хорошие, у нас тепло. Баварин, слава Богу, что он был, не было бы его, этого было бы. Нету. Может, и нас бы тут не было, разлетелись, как воробьи. Вот в чем дело-то. А чтобы зажечь этот огонь зажигается любовью. Любовью к другому человеку. Я вот так думаю. К себе любовь, конечно, я могу проявлять разно. И мясо помельче порезать, там, и сальце там потоньше, мороженое. Это тоже любовь к своей плоти. Но она ничего не значит, она кончится. Ну, в секунду, вы понимаете, может быть, я не знаю, сколько меня отделяло от этого, от встречи, ну, может быть, минута, может, две, кто ее знает, успели бы врачи и не успели. Но я вот просто свои размышления, понимаете, мне вот просто охота вот поделиться, в каком состоянии бывает человек, вы понимаете, вот когда, ну, не то, что у меня предсмертное состояние, но я-то думал уже о смерти, вы понимаете, все. Бог, у меня отец 62 года помер, я маленько не дожил до его срока, думаю, ну не дожила, все 60.
Бывает рано. Ну, отец воевал, там контузии и прочее, прочее. У него есть причины. Плюс это, невоздержанная жизнь. Это у тех многих было. Вот. В чем дело. Поэтому зажигайте огонь любовью к ближнему. И подумайте, кому я сегодня могу быть нужен. Кто мне звонил, о какой-то просьбе там. Нуждается ли кто-то во мне? Вот если во мне нуждаются, значит, я могу проявить любовь. И проявляю ее. А если никто не нуждается во мне, я самодостаточный, никому не нужный. Выходит так, что ли? Но я Богу нужен, как творение Божие, венец. Я самый красивый человек. Самый красивый. Меня Бог таким сотворил, самым красивым и нужным. Он меня любит и проявил свою любовь. Меня опять воздвиг от одра болезни. И вот он, я с вами. Я радуюсь. Слава Богу, аллилуйя. Аминь. Спасибо, Христос, брат. Мне сейчас высказал такой вот тезис, что если ты востребован, значит, ты любишь. Значит, твои дела нужны. Значит, это и есть жертва общения с ближними. Другое дело, я хочу сказать, что никто страшилок здесь не говорил, по-моему. Говорили просто, что мы не должны быть беспечными. И что мы должны рассуждать о всех событиях с позиции Священного Писания. Дабы знать, что нам небезызвестны умыслы сатаны. Марина хотела что-то сказать нам. Не ругать власти. Тем более власти не ругать. Ну, у нас тут как газета, да, первая передовица. Серьезные такие новости. Ну, вот я сейчас немножко перелистну страницу. На разном. Да, да, я рассказывала в прошлый раз о том, что я просила Игнатия Тихоновича написать свои воспоминания о встрече с Золотухиным. Все помнят, да? Ну вот я хочу немножко продолжение рассказать. Эти материалы я передала нашему заму по науке, но у нас кабинет рядышком. Занесла я ей, слышу, она прям вот в голос смеется, выходит с этим листочком и говорит: какая прелесть. Ну, я знаю, что Игнатий Тихонович это слово не любит, но... Так было. Да, да. Но я дословно, да, передаю. Поймет. И она прям вот так держит: какая прелесть. Ну, конечно, этот материал в книгу войти не может, потому что эта книга издается на средства по линии губернаторского гранта, поэтому, естественно, ну как, мы должны объяснить, почему филиал открывается имени этого человека, поэтому, конечно, образ немножко такой вот... Лицеприятно, негативно. Ну да, да, такое, как свято, да, что как по свете, по канонизации, да. Все у него хорошо. Она говорит, конечно, это не войдет в официальную книгу. Да. Но тут же он, ты посмотри, вот он прямо припечатал. Вот прям под каждым словом подпишусь. Вот прям хочется передать ему поклон, вот прям передайте от меня поклон. Да. Огромное получила впечатление вот от этого всего. И я прошу у него разрешения передать эти материалы в наши фонды. В архив. Да, ну то есть это фонды нашего музея, то есть для истории. Я боялся, что не придут. То есть это останется в нашем музее, и я думаю, придет... А у нас все здесь вот у нас. Да. То есть это со временем, естественно, я думаю, все равно будет выставлено. Придет такой день. Да, и она ксерокопировала для себя, оставила. А она знакома была с Золотухиным, да? Ну как, да. Ну естественно, он сейчас был в нашем музее, знакома, да, она это все знает. Она говорит, тут каждое слово правда. Редко кто может это высказать, но это все правда, и мы все это все знаем. Ну и все, и потом вижу, наш директор тоже ходит с этим листиком, ну уже с копией ходил, говорит, Елена Владимировна, ты это как раздобыла? Она говорит, да вот Марина Геннадьевна вот принесла. И вот он сел ко мне, подходит. А что это вот тут вот цифры какие-то, что точечки. 1, 4, 6, это что вообще такое? Угу. Я говорю, ну как, это из Евангелия, первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава, стих, а это прям Новый Завет, а это вот прям сол, это что такое? Ну это премудрость Соломон, тоже Новый Завет. Я говорю, нет, это уже Ветхий Завет. Поэтому вот Игнатий Тихонович, на будущее.
если бы для светских людей какой-то материал, если вы для светских людей готовите какой-то такой вот небольшой материал, то есть не то, что вот вы общаетесь с верующими, а для неверующих, вот как вот вы в данный момент вот готовили материал, вы это все расшифровываете, они не понимают. Вы прямо пишите: первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава такая-то, стих такой. Потому что, да, вот он ко мне подошел, я ему разъяснила. Я тут же достала Библию, открыла, он посмотрел, почитал. Он понял, что к чему. А если человек, он просто даже не знает, где это искать. Он не знает, что это премудрость Соломона, что это Ветхий Завет. Вот для того ты и есть. Там. Нет, ну там даже и не написано, что это Библия, но он понимает. Он достаточно культурно, чтобы понять, что это Библия, но он даже заветы путает, Ветхий, Новый, он не знает даже, где искать. Вот такое вот у меня пожелание, и вот я передаю ее слова, и ваш материал у нас в фондах нашего музея культуры Алтайского края. Принтак истории, да, Михаил Тихонович? Я хотел пояснить относительно уровня людей, как опуститься. Мне это очень трудно. 53 года назад я бы еще понимал, о чем речь идет. И мне кажется, настолько все знают. И вот приходит ко мне один из местных поэтов алтайских и говорит: тут печатаются стихи, идет там конкурс, вы бы не могли дать. Ну я взял, ну сколько надо-то? Ну я 15 стихов дал. Потом он встречается и говорит: вот вышел материал и показывает, там много стихов. Первый идет Пушкин, второе мое стихотворение. Я говорю: а почему это взяли? А воскресенье? Ой, как трудно, ваши стихи шли. А почему? Так они говорят: вы пишете «Христос воскрес», а они, говорит, не верят. Я говорю: и трудно это понять. Он поймет, когда сам воскреснет-то. Прислушайтесь, как стонут удивленно, горлинах томных с крыши голоса. Какой восход встает окровавленно, и в пурпур одеваются леса. Что тут непонятно? Так они же не верят. Не могу я просто понять, где мне начинать надо пояснять. Я показал глава, стих. Но надо в скобках поставить слово было «Святая Библия». Это я виноват уже тут. Мне очень нелегко к этому уровню подходить. А кроме того, у вас в музее там есть книга, тогда помните, принимали «Да слова Божия нет уз». И если нужно для вашего музея Новый Завет, трехтомник, и показать, что эта книга, книги эти стояли, показали у Путина, там у Медведева, у патриарха Кирилла и в королевских библиотеках стран, то им будет очень интересно это. Так что я готов подарить сегодня. Вот. Ну и я хочу сказать, что это как раз пример для нас, что нужно жить, невзирая на лица, не подстраиваться под кого-либо. И вот яркий пример. И тогда будем иметь то, что мы сегодня слышали. Да, надеюсь, мышь пролоббировала. Да, я хотела дать слово Насте, пусть она расскажет, как у нее дела. Ты у меня берешь слово, чтобы дать Насте слово. Тебе передали слово. Я просто знаю, что они нуждаются. Шапку надержи. Слава Богу, съездила. Слава Богу. Молились. Прошу молитву, завтра еду в Екатеринбург. Еще не ездила? Нет. А я же говорю, что в Екатеринбург. А я же сказала, второго, говорю, поедем. Или второго туда, или второго поедем. Ну вот дали билеты. Второго в ночь едет. Угу. Все. И будет там 6 дней. И обратно поедем. Угу. В общем, короче говоря, поняла, со всего сибирского региона из-за Урала собирают ветеринаров. Мы родительское стадо. Родители, птичек наших берем в Екатеринбургское, вот это, Свердловское племенное хозяйство. Угу. И вот откуда вот эти птицы из Голландии, вот представитель этой фирмы будет нам рассказывать и обучать. Поэтому очень интересно, я думаю, там много-много народу. Очень интересно. Что еще? Ну, дома-то как у вас? Ты расскажи, в чем вы сейчас нуждаетесь, потому что мы все равно сборы делаем на нуждающихся. Да ну, слава Христу, единственное, что у меня ребятишки с такой скоростью изнашивают обувь, это я все понимаю, но так как у них размер обуви... Сейчас видео развалились. У Инаты 40-й, у Ефросини уже 38-й, то есть это... И дети, не есть дети. Все, если у кого есть обувь, ну, такого размера, пожалуйста. 38 и 40, да? 38 и 40. 38 и 40. Ефросинья 40, это Енафа.
А дома-то тепло равно мерить у вас, надо, так что слава несите. Слава Христу! Тепло все, да? Любую. Ну вы ничего пока не делаете. Ничего пока не делаю. Как хрустальную туфельку, ее пока не примеришь. Андрей не работает. Не работает? Не работает. А что, ушел с той работы? Ну, там была временная работа, его временно приглашали, он поработал. Его обещали пригласить снова, но вот вчера позвонили, сказали, что фирма та распалась. Больше его не пригласили. Все. Плохо, что же все равно. Братья и сестры, ну а о себе хочу еще напомнить, что 12 числа я вылетаю в Москву и возвращаюсь 11 апреля, прямо перед Пасхой. Так что вот как я там проведу пост, не знаю пока, но с вашей помощью, с помощью ваших молитв, с помощью Божьей, конечно. Вот и еще раз напомню, что собираюсь, как Бог даст, если буду жив и все будет благополучно, поехать в Воронеж к брату Сергию. Ну вот, какие мысли? Не забывайте об этом. Что передать ему? Какие пожелания? Может быть, какой-то... Ну, что-то, я не знаю, может, материальное что-то. Так, Сергей Козлов, который парализован в Воронеже, который лежит, который работает очень много для нашего, для нашей общины, для сайта, для нашего форума. И для Ютуба, самое главное. Для Ютуба, да, для Ютуба. Так что вот не забывайте о нем молиться, чтобы Господь дал ему силы. Ситуация, не знаю, насколько мне... Да, еще помолитесь о том, чтобы Господь, если это угодно Богу, помог мне, не навредив, как-то помочь ему в обследовании, может быть, ему вот физически как-то помочь, чтобы вот, ну, понимаете. Я там попытаюсь в Москве как-то связаться, там, в Воронеже с лечебными учреждениями, может быть, как-то вот облегчить его участь. Там даже просто прикосновение к определенным местам тела вызывает, дуновение воздуха вызывает боль. Там бывает так, что просто он говорить даже не может. А тем не менее работает по 16 часов в сутки. Игнатьев чего называют святым уже сейчас? Это просто... Он ждет соединения со Христом. И мать, о матери его тоже помолитесь, потому что мать вот 12 лет, благодаря ей, вот он лежит, это уникальное событие, что такой парализованный, беспролежний лежит 12 лет, и без него, конечно, бы он не смог работать. Татьяна Ильинична, Татьяна ее зовут. Татьяна, верующая, да, верующая. Вот, верующая, православная, христианка. Вот, ну и помолитесь, чтобы Господь отнял у нее вот это вот, она как бы ропщет, что вот он не допускает ее, что он вот обижается на нее, что она вот там сильно докучает ему. Ну и понятно, матери хочется как-то облегчить его страдания, помочь чем-то. А ему уже это вот он, определенное время, когда он еще там говорит, она рассказывала мне уже по скайпу, мы с ней разговаривали по телефону, что он и гири таскал, как-то там ему какие-то там делали, ну я не знаю, все уж какие там нагрузки мог выполнять, будучи парализован, ну что-то там, и массаж ему делали, всякие там, вокруг же у него много было друзей-то всяких там. Все там было поднято, что называется, чтобы помочь ему, восстановить его. И он как-то стремился к этому, а теперь давно уже он... Все уже, готовится к исходу из этой жизни. А ей это трудно понять. Она не хочет терять его. Тут как бы вот такая ситуация непонимания человека, который уже устал от этой жизни. Да, брат? У меня немножко другая тема. Техническая информация, если позволите. Снова упомянули ракеты, конкретно ракетные войска стратегического назначения. Ну, я там служил в свое время, поэтому, ну, хочется сказать, я просто не утерпел. Потому что опять упомянули ракету «Сатана», вы ее так называете, я ее никогда так не называю. Почему? Дело в том, что мы, я имею в виду Советский Союз, Россия, проигрываем только одну войну Америки, это информационную. Вот кто-нибудь знает, как называется действительно эта ракета? Эта ракета разрабатывалась... Нет, это маркировка СС-18 или РС-18. Это...
номер, скажем так. С самого начала, когда она разрабатывалась, еще с 60-х годов. Сюжет, когда написано, прям было это американская. Она по всем документам называлась вполне благозвучно славянским названием «Воевода». Она и сейчас так называется. А сатаной ее обозвали американцы. То есть конкретно, ну, кто именно назвал ее так, неизвестно, но это высокопоставленные чиновники из Пентагона. Чем она так страшна для американцев? Ну, тут можно сказать. Во-первых, это исключительно оружие возмездия. Никогда эта ракета не вылетит первой, чтобы нанести первый удар. Первый удар всегда планировали американцы. Ну, они в 45-м году, во-первых, бомбили японцев, чтобы продемонстрировать нам свою мощь. Во-вторых, уже осенью, в ноябре 45-го года, американскому президенту лег на стол первый план ядерной бомбардировки Советского Союза. И все последующие годы, дважды в год, такие планы ложились на стол президенту. У нас я такого не слышал, чтобы мы планировали бомбить Америку. Ну, вполне возможно, что-то и было. Да, сложно это. Да. Но у нас было... Во-первых, мы всегда отставали от Америки в ядерной гонке. Только в 70-е годы мы кое-как их догнали, сложился кое-какой паритет, и тогда американцы сразу заговорили о сокращении ядерных наступательных вооружений. Все, мгновенно зашла речь о сокращении. Но на тот момент у нас уже была ракета, которую они обозвали «Сатаной». Почему? Потому что это было самое страшное, что могло быть для них. Эта ракета лучшая в своем классе, в тяжелом классе, 211 тонн ее масса, способна в своем максимальном варианте преодолеть 28 тысяч километров. То есть американцы, строя свою защиту противоракетную, естественно, рассчитывали, что Советский Союз будет атаковать через Северный полюс. И вся защита была именно на том рубеже. Но наши подумали, мы можем сделать что-то другое? Можем. И тогда они спланировали такую ракету, которая полетит через Южный полюс. То есть через дальней дорогой, так сказать. Мы, да, то есть легких путей не ищем. Мы в любом случае найдем, как ответить. Но даже не это самое главное. Самое страшное то, что, например, если Америка вздумала бы все-таки нанести первый удар и разбомбить Советский Союз в пух и прах и превратить территорию Советского Союза просто-напросто в подобие лунного грунта, то есть ничего живого не останется, ни кошек, ни собак, и даже червяков не останется. Эти ракеты все равно выйдут из своих шахт и нанесут ответный удар. Потому что они запрограммированы настолько, у них защита настолько мощная, что они способны стартовать даже из эпицентра ядерного взрыва. И если даже... Валера, не надо эти глупости вслух озвучивать. Не надо. Тройная защита. Вы говорите данные, которые уже 30-летней давности. Сегодня тройная защита пишут в советской. Не кто-то генерал армии Левашов, Родионов генерал, наоборот, полковник это. Тройная защита. Ракетам нашим даже взлететь-то невозможно, говорит. А в эпицентре где-то, да там на сантиметр в сторону уже захробостело по стенке. Не надо об этом говорить. Ну все, я дело в том, что она там, когда долетает, самое опасное было. Она развивается и по наводке 17 городов может поразить. Самое страшное вот в чем дело. Да нам об этом говорить не надо. Сгорит первое, мы считаем, что Вавилон в огне сгорит. 17-18. Сегодня все относят, ты все время, это к Москве. А что именно так будет, то с севера придут народы, которые там сгорят. Это тоже нам говорит книга пророка Иезекииля. А Америка это настолько непостоянна. Не надо, нам это знать не надо. Главное то, что все в Боге. Да. Вот так. Да, мы только скажем, а Бог? Да. И все. За них. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй,
от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Песнопение, трапеза, занятие. Кто, сестры, кто мой разнос упер? Верните. Разнос, кто-то за просто у вас не выйдет. На занятие оставайтесь. Выбрасывать не надо, поставьте туда холодную комнату. Понятно. На тумбочку, тачка, поставь на тумбочку. Мы там уже свалку организовали, а это...